Тепло, но пасмурно – девиз последних дней. И кажется, что солнце выглянет не скоро. Постоянными спутниками прогулок стали зонты и сковывающие движение куртки. Синоптики советуют одеваться теплее как минимум до конца недели. Активные атмосферные фронты вытеснили теплый воздух за пределы Беларуси. Марокко засыпало песком, центральную часть страны накрыла пылевая буря. У местных жителей появился веский повод записать сторис для соцсетей. Правда, автомобилистам пришлось нелегко. Видимость на трассах упала до нуля. Индонезию, наоборот, практически смыло с лица земли. Из-за сильных ливней резко поднялся уровень воды в реках. Несколько сотен домов снесло потоками. Пострадали минимум 5 человек. Май без прохлады не май, так говорили еще наши предки. Тем не менее, в середине месяца высаживали огурцы и тыкву. Ориентировались на птиц. Если в ночь с 14 на 15 пели соловьи, лето не за горами. Завтра в городе ожидается переменная облачность без осадков. И все же влажность сохранится на уровне 80%. Атмосферное давление будет держаться у отметки 760 миллиметров. Ветер западный, иногда порывистый. Ночью столбик термометра покажет от 3 до 5 тепла. Днем воздух прогреется до 15 со знаком плюс. Кристина Ирьянс, Максим Галионко, Бобруйск 360.